Заместитель начальника главка региона покинул свой пост. Николай Трубовец перешел на аналогичную должность в Новосибирской области. Об этом официально заявили сегодня на коллегии ГУМВД. Кроме того, руководители подразделения полиции обсудили и предварительные итоги работы за первые 5 месяцев этого года. Особо отметили работу новых гражданских объединений. Почетными грамотами наградили руководители охранных предприятий. В число отличившихся попали те ЧОПы, которые особенно активно сотрудничают с правоохранителями. Степень раскрываемости, которую сегодня достигла область, 65,3%, и занимаем место, 15 место по категории рейтинга МВД в масштабах страны. Это первые шаги, которые сделаны за последние там условно 5 месяцев. Мы считаем, что резервы в Главном управлении очень большие.